Нарциссы – многолетние луковичные растения. Очень широко применяются в садовом дизайне, благодаря огромному разнообразию видов, гибридов и форм. Цветки крупные, одиночные или в кистях, часто душистые, несколько поникающие, простые или махровые, 2-6 см в диаметре. Нарциссы с расщепленной коронкой – это совсем молодая группа, объединяет сорта с оригинальным строением цветка. Отличительной их особенностью является рассеченная коронка. 6 свободных или сросшихся у основания сегментов придают цветкам экзотический вид. Сорта исключительно красивы и необыкновенно разнообразны. Кум лауде, высота растения 40 см, цветок белый с нежно-розовой коронкой, ярко-оранжевый по краю, гофрированные. Место расположения – нарциссы, культура более теневыносливая по сравнению, например, с тюльпанами, но на освещенных местах урожай их цветков и луковиц значительно выше, чем в тени. Почва мирится с любой почвой, при условии, что она хорошо дренирована и плодородна. На одном месте могут оставаться 3-5 лет. Посадка. Высаживать луковицы следует на глубину 15-20 см, на расстоянии 10-12 см друг от друга. Лучшее время для посадки луковиц, нарциссов – август, начало сентября. Если придерживаться этих сроков посадки, луковицы до морозов хорошо укореняются. Пересаживать их следует тогда, когда они сильно разрастаются, образуя большие гнезда луковиц и начинают угнетать друг друга. Размножение. Размножаются сортовые нарциссы только вегетативно. Использование. Широко используются в озеленении, как раноцветущие растения, в клумбах, рабатках, группах между кустарниками, отдельными пятнами. Нарцисс с расщепленной коронкой, кум лауде, это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок каменистых горок. Нарцисс прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола нарцисс с расщепленной коронкой кум лауде можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания нарциссы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает нарцисс с расщепленной коронкой кум лауде в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме иглоподобный. Обратите внимание, что нарцисс с расщепленной коронкой кум лауде – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.